ходьбы нет никаких практически противопоказаний. Любой из нас, кто может ходить на любые дистанции. Учеными подсчитано, медиками подсчитано, что человек в день должен иметь такую нагрузку, которая эквивалентна 10 тысячам шагов. Это приятно делать в нашем городе, потому что у нас красивый город, красивые маршруты, красивые пейзажи. Это полезно для всех систем и органов. И это, в конце концов, делает наше настроение хорошим. И второй проект – это прогулка с врачом, который будет фиксирован на то же самое расстояние по одному из этих маршрутов. Здесь, в центре города, начинающемуся от площади ГСС. Это еженедельно, один раз в неделю, в пятницу, в 6 часов вечера. Во время прогулки с врачом можно задать и вопросы врачу. Это мероприятие как бы будет еще и позволять людям пообщаться с врачами разных специальностей. Мы начнем с наших главных специалистов. В офисном костюме на каблуке, естественно, не надо ходить. Хотя, в принципе, организму все равно, сколько и каким способом, и на какой дистанции. Главное, чтобы было 10 тысяч шагов. Это пересеченная местность или нет. Но для здоровья человека, конечно, очень важно, чтобы все возможности травмирования были сведены к минимуму. Ну а для настроения важно, чтобы было комфортно.